Вот и третья часть «Некролога», посвященная золотым годам жанра дэз-метал, росту популярности флоридских групп, интересу со стороны крупных лейблов к стилю, а также тому, что парни из Брэндона начали понимать. Они не просто банда малолеток, пытающихся играть злую музыку, а люди, которые тащат смертельный металл к большим площадкам крупных фестов и обложкам самых известных журналов, посвященных тяжелой музыке. Итак, третья часть о парнягах из Obituary. Вспоминая свое первое европейское турне, Дональд рассказывал, как, отыгрывая 44 концерта без выходных, путешествуя в засранном автобусе и деля койку с Биг Дэдди, задумался. Альбомы продаются пачками, мерч улетает огромными тиражами, в клубах всегда аншлаг. И были выступления, где толпа в 900 человек жаждала появления флоридских парней. Так какого черта они не зарабатывают с этого достаточно денег? Насколько я понимаю, Roadrunner пользовался подростковой разъебайностью и платил мальчуганам сущие копейки, которых хватало школьникам, но уже не хватало взрослеющим музыкантам. Решение этого финансового вопроса также было и краеугольным камнем возвращения в команду Алана Уэста. Хотя обе стороны в ту пору и не сильно распространялись насчет денег. Но уже позже Дональд говорил, что к выпуску третьей пластинки финансовые вопросы с лейблом были улажены. И Obituary стали зарабатывать музыкой в рамках своих хотелок. Хотелок 20-летних парней. Roadrunner'у, соответственно, было невыгодно ругаться с одной из самых прибыльных команд лейбла. По крайней мере, на тот период. И вот наступил 1991 год. Теплый флоридский декабрь. Джеймс Мёрфи уже не в группе, а Алан Уэст разучивает его партии с Cause of Death. И уже в конце февраля парни совершают первую вылазку после возвращения блудного гитариста, отыгрывая 3 концерта в Мексике. После чего отправляются в короткое европейское турне, в ходе которого попадают под прицел Headbangers Ball и снимают знаменитое видео в лондонском клубе The Mocky на трек Turn It Inside Out. Вернувшийся в строй Уэст рассказывал, как был удивлен, когда огромные толпы скандировали Obituary, а перед концертом к нему подходили люди, прося автограф, и при этом зная всех участников по именам, включая его. Помимо клубов, брэндонские парни вместе с земляками из Morbid Angel заскакивают на пару фестивалей: Metal Sea Festival в Бельгии и легендарный Dynamo Open Air, которым и заканчивает тур. Obituary возвращается домой во Флориду, а мы подходим к самому жирному моменту в истории коммерческого успеха Death Metal – записи третьего альбома парней из Брэндона – The Incomplete. Вероятно, на название повлияла возросшая криминальная обстановка в Тампе, увеличение краж и убийств. Дональд рассказывал, что с учетом такой атмосферы он не поскупился на покупку Ругера 45-го калибра, чтобы по ночам спалось лучше. The Incomplete — альбом, безоговорочно входящий в золотой фонд Obituary и показавший, насколько банда повзрослела как в музыкальном плане, так и в плане музыкального бизнеса, задрав цифры продаж не только альбома, но и мерча команды, который гребли в несусветных количествах. Это не могло не радовать лейбл, сосавший соки из новых звезд Death Metal. Жарким флоридским летом 1991 года Obituary отправляется в Mori Sound, чтобы записать новую пластинку. Стоит сказать, что к тому моменту бюджеты, выделяемые на запись альбомов лейблом Roadrunner, прибавили пару нолей, а сама студия стала меккой команд, желавших примкнуть к отряду Death Metal. Несколько месяцев парни проводят в сочинении и записи новых треков. Перес, увлекавшийся в то время индустриальной музыкой, хочет в качестве эксперимента добавить на альбом партии драм-машины. Но парни эту затею отвергают. Не пошли по дорожке, на которую в свое время заскакивали их земляки из Morbid Angel. Об этой попытке Тревор рассказывал в сентябрьском номере Кэрен от 1993 года в статье, посвященной индустриальной музыке. Жажда Переса к экспериментам еще найдет выход, но об этом мы поговорим позже.
Вся троица, Перес, Уэст и Дональд, плотно занимаются написанием треков, а Джон наконец-то начинает вкладывать смысл в тексты и пытаться связать их какой-то идеей. Хотя пока это всего лишь зачатки того, что будет, скажем, на четвертой пластинке. Парни повзрослели и уже подошли к проведенному в студии времени с чувством, толком и расстановкой, не круша аппаратуру и не пряча косяки от хозяев помещения. Стоит сказать, что у банды наконец-то появился менеджер. Да не просто менеджер, а личность очень уникальная для сцены. Дебби Абоно. В середине 80-х дочь Дебби притащила на порог волосатого мальчугана, с которым встречалась и который по совместительству был Ларри Лалонд, гитарист никому не примечательной тогда команды Possessed. Парни попросили уже немолодую Абоно стать их менеджером и попытаться организовать для них несколько концертов. Дебби не просто стала руководить их делами и пустила репетировать у себя дома, но и заставила Ларри и Джеффа закончить среднюю школу. Она даже смогла простить парням их богохульную лирику. Несмотря на то, что до встречи с Possessed она понятия не имела о тяжелой музыке, уже скоро куча команд были ее клиентами. Exodus, Violence, Forbidden, Cynic, Obituary и, конечно же, Metallica. Дебби была для них больше, чем просто менеджер. Она была наставником и второй матерью. Недаром ей первый позвонил Джеймс Хэтфилд в ночь, когда в аварии погиб Клифф Бертон. Так что парняги из Брэндона были в надежных руках. Дебби Абоно проиграла в борьбе с раком 16 мая 2010 года. Вбейте ее имя, и вы увидите, как много именитых музыкантов выражает свое уважение этой женщине. Это культовая личность, прежде всего для команд Bay Area. Закончив записью и оставив Скотта Бернса заниматься сведением, кстати, на этом альбоме в помощь известному нам продюсеру в качестве инженера присоединился Марк Претон, о котором мы в будущем тоже поговорим. Парни играют пару местных концертов, также разогревают Overkill в Нью-Йорке и уже готовятся к колоссальным турам в поддержку Day and Complete, который должен вот-вот выйти. Конечно, все это не без помощи Дебби Абоно. 21 апреля 1992 года The End Complete поступает в продажу, и группа отправляется в огромное европейское турне вместе с Napalm Death и при поддержке Dismember. Вот тут любовь Переса к индустриальной музыке находит свой выход. Гитарист англичан Митч Харрис, прознав об увлечении гитариста Obituary, предложил ему сколотить проект, совместив Death Metal и Industrial. В течение всего тура парняги гоняли записанные Митчем кассеты с демо-материалом, обсуждали будущий проект и накидывали идеи относительно того, чем наполнить их первый альбом. В том же году они запишут первую пластинку их проекта, получившего название Midhook Seed, альбом Embedded, который издаст небезызвестный лейбл Earache. Перес, на удивление, исполнит на нем партии вокала, а притащенный им в этот проект Дональд займется своим привычным делом и дополнит материал Харриса барабанными партиями. В целом, как проект и эксперимент, пластинка звучит неплохо, но ничем сверхинтересным не является, если только для тонких ценителей индустриальщины. Если вы фанат обеих команд, то для расширения кругозора с Midhook Seed ознакомиться стоит, по крайней мере, с первой пластинкой. В дальнейшем Митч запишет еще одну работу под этой вывеской, но уже без парней из Obituary. А значит, это нам не очень интересно. Давайте на время отойдем от дел музыкальных и поговорим об оформлении пластинки, ведь в нем участвовало целых две своеобразных творческих единицы. Первый будет Андрес Маршалл, иллюстратор и режиссер клипов, известный своими работами с Creator, Sodom, Blind Guardian и многими другими. Человек, обладающий своим собственным мрачным стилем. И обложка нового альбома Obituary, который Андрес нарисовал, как нельзя лучше отражает ситуацию с соликами на этом альбоме. Шутка, конечно же, содержание пластинки. Парни из Брэндона не последний раз работают с Маршалом. Впоследствии он станет основным поставщиком иллюстраций для Obituary. Не всегда, на мой взгляд, удачных, но это мы обсудим в следующих видео. Помимо создания мрачного ландшафта и мертвых скал, Андрес поработал и с логотипом команды, немного модернизировав работу Мейверта-младшего. Вид у обложки, конечно, получился слегка фэнтезийным, но у Андреса Маршалла такой стиль, с привкусом одного известного всем варвара. Кстати, футболки с этим лого показали просто колоссальное количество продаж и стали самым золотым или даже платиновым мерчем в рамках Roadrunner в то время, принеся некислые барыши голландскому лагерю.
лейблу. Второй человек, который внес свой вклад в визуализацию диска, был Рене Мивилл, уже успевший поработать с Чаком и его Дес при оформлении Human. Устроившись между турами на работу, Джон Тарди часто проезжал местечко близ Тампы, где заприметил огромное мертвое дерево. И вот, когда оно в очередной раз попалось в его поле зрения, его осенило. Это то, что нужно для фотосета к новой пластинке. Вспоминая трюк с саркофагами и полным пахуизмом Монти, старший Тарди решил взять все в свои руки. И вместо Хаббарда, осквернившего их своими гробами, парняги из Obituary притаскивают Рене к этому дереву, которое чуть позже еще раз появится в нашей истории. Рене Мивилл имеет очень интересный стиль, который сложно с чем-то спутать. И обложки Дес, к которым он имеет отношение, смотрятся крайне интересно. Но фотосет Obituary и коллаж, который мы можем лицезреть на обратной стороне диска, чем-то удивить, на мой взгляд, не может. Тем не менее, Рене достаточно культовая личность, и его участие в работе над оформлением альбома должно быть отмечено обязательно. Кстати, по поводу содержимого пластинки. Во-первых, парни ее посвятили памяти Стиви Рэя, о смерти которого они узнали аккурат перед своим первым европейским туром. Об этом я рассказывал в предыдущем ролике. Второй момент. Это упоминание некоторых персонажей. Например, рядом с именем Кыргина было написано «Fuck you». Интересно, что они имели в виду. Ни о каких конфликтах между ними информации я не нашел. Ну и кликухи для корешей из Сепультуры. Это прям отдельная песня. Например, Макса они назвали «Titty Bar». Говорят, из-за его влечения стрип-клубами Флориды. Выступления с Napalm Death и Dismember продолжались, и парни стали все чаще и чаще попадать в модные на то время журналы. Европейские СМИ не упускали возможность поговорить с детворой из команд о том, как проходит тур, и брэндонские парни стали появляться на обложках самых популярных метал-изданий. Вся эта шумиха, в позитивном смысле слова, конечно, не могла не повлиять на продажи пластинки, которая со временем будет входить в топ самых коммерчески успешных дез-метал альбомов. Ну и соответственно, чтобы застолбить место на MTV, надо было снимать клип на песню с только что выпущенного диска. Для этого Дедстеры берут подмышку молодого режиссера Алекса Хелперна, в то время снимавшего скетч-шоу на MTV. И в первый же день съемок тащит его к своему любимому дереву. Без него никуда. Странно, что на обложке пластинки его не было. И привлеченные пиротехники еще и имитируют его уничтожение. А что ему? Оно все равно мертвое. На второй день съемок парняги собирают толпу фанатов в количестве человек 600 и отправляются в местный Ritz Theater, чтобы снять кадры живого дез-метал угара. Самое интересное, что по ходу это единственная музыкальная работа Алекса Хелперна. Далее он уйдет в режиссуру своеобразных фильмов, даже удостоится каких-то премий. Но о съемках клипов для метал-коллективов, скорее всего, даже не будет задумываться. Говоря о безумном турне в поддержку новой пластинки, я не преувеличиваю. 5 июля отгремел последний концерт европейских гастролей, и парни вернулись во Флориду. Но уже 17 числа того же месяца у них начинался новый тур по США – Complete Control. Состав подобрали отличный – Cannibal Corpse, Malevolent Creation и еще одна команда, которая не сильно подходила этой обойме – Agnostic Front. Но несмотря на жанровые пропасти, как могло показаться со стороны, сами команды отлично ладили. И Джек Оуэн, на тот момент гитарист Cannibal Corpse, рассказывал, как все парни нажирались и садились играть в хоккей на Sega Genesis. Ведь 20-летним парнягам особо много ничего не надо было. Бутылку крепкого и коробок шмали. Собственно, организаторы тура считали так же, выделяя на еду по $5 на одну тощую металлическую задницу. Но опять же, гладким этот тур назвать нельзя. Начнем с того, что противостояние бритых хардкорщиков и волосатых металлхедов началось еще на пике популярности трэш-метал, когда стали появляться первые кроссовер-команды, мешавшие хардкор с трэшем. Любые концерты, где собирались вместе металлисты и скинхеды, заканчивались жестким мордобоем. Вот и этот совместный тур ничем хорошим быть не мог. В течение месяца почти на каждом сейшене музыканты останавливались и призывали зрителей к порядку.
Но в те времена публика этих стилей не могла сосуществовать вместе. И оба лагеря не считали друг друга за людей. Хотя по рассказам очевидцев, больше агрессии исходило от фанатов Agnostic Front, которые в Моше старались как можно сильнее покалечить попавших туда гривотряс. Agnostic, кстати, в то время уже была достаточно популярной командой. И количество лысых и волосатых на концерте было примерно 50 на 50. Стоит сказать о том, что Agnostic Front всячески старались воспрепятствовать возникающим с бритой толпой конфликтам и никак не способствовало эскалации вражды между фанатами хардкор и дэз-метал. Пик конфликтов пришелся, как ни странно, на концерт в Майами, на который пришла группировка скинхедов, не сильно жаловавшая гривотрясов. На выступлении Obituary, видимо, температура кипения достигла пика, и несколько лысых попытались залезть на сцену и прервать выступление команды. Тревор сдерживал их гитары сколько мог, и в конце, не выдержав, запустил ее в головы нескольким скандалистам. Я отсмотрел одно из выступлений в Майами и не нашел этого инцидента. Возможно, он был на другом гиге. В Майами было два выступления. Но зато есть момент, когда один из бритых уёбков пытается попасть по лицу Уоткинса. Так что конфликты со скинхедами возникали даже у участников команд. Еще одним не сильно приятным происшествием был момент, когда Metal Blade не проплатил вовремя транспорт компании, и автобус, в котором ехали Cannibal Corpse и Malevolent Creation, остановился, и водитель начал выкидывать вещи музыкантов на улицу. Но вроде бы как все разрешилось. Но, по мнению управляющей конторы, должна была быть вишенка на торте, и через пару недель после завершения американского тура всю обойму отправляет в Пуэрто-Рико. И уже затем Obituary летит в короткий тур сперва в Японию, а затем на Гавайи и в Аргентину, таким образом заканчивая концертный год просто колоссальными гигами и растущей семимильными шагами популярностью. Но вернемся к лейблу, который набирал вес в шоу-бизнесе и уже вырос из независимых инди-штанишек. Для промоушена своих команд голландцы выпускают сборник из нескольких групп под названием Songs of Pain. На компиляции помимо Obituary засветились T-Side, Sadus, Defiance и Zentrix. Диск, насколько я понимаю, был предназначен для музыкальных журналов или что-то около того. Причем интересно и то, что титульная обложка встречалась как минимум в трех вариантах. С наклейкой логотипом Metal Hammer, Rock Hard и просто пустым черным местом под наклейку. Видимо, для каких-то иных изданий, для каких именно история, увы, не сохранила. Молодцы, поняли наконец-то, что команды надо активно продвигать. Сперва подумал, почему нет Сепультуры, а на диске представлены только работы 1992 года. Парни заканчивают изнурительный тур и делают почти полугодовую паузу в концертировании. Собственно, этим можно было воспользоваться для сольных банд. Говоря о сторонних проектах, нельзя не упомянуть и новую группу Фрэнка под названием The Henchmen. И несмотря на то, что во всех источниках стиль проекта называется Death Metal, на мой взгляд, Фрэнк здесь хотел создать сплав хардкора с Death Metal. Но если честно, эксперимент получился настолько сырой и нежизнеспособный, что при его прослушивании сразу становится понятно, почему банда не ушла дальше одного EP. Но вот на дворе 1993 год, и Roadrunner организует для Obituary очередной тур. Полтора месяца парни из Брэндона колесят по просторам США с новыми фаворитами лейбла Fear Factory. При этом им не забывают подкидывать хардкор команды, среди которых были Madball и 25 Alive. И тут хочется отметить, либо оба лагеря уже смирились с положением дел, либо свидетели постоянных стычек уже забили на это и воспринимали потасовки как абсолютно рядовые события. В любом случае, полуторамесячный тур прошел без каких-либо эксцессов и запомнился участникам исключительно положительными эмоциями. И по возвращении домой Obituary впадает в концертную спячку более чем на год. Тем не менее, не все участники кидаются на сочинение нового материала для некролога. Побочные проекты в то время стали популярным занятием у участников брэндонской банды. И не все из них были бесплодными. Алан Уэст совместно с тогда еще вокалистом Cannibal Corpse Крисом Бернсом, а также со своим старым знакомым по Massacre Терри Батлером, успевшим уже побывать и в составе банды Чака Шульдинера, мутит проект
Six Feet Under. Новоиспеченная банда провела остаток 93-го и первую половину 94-го в написании нового материала, за который был ответственен Алан Уэст. Поэтому первый альбом Six Feet Under уж очень напоминает нереализованный материал Obituary. Хотя, если говорить на чистоту, звучит вполне себе неплохо. Возможно, то, что мы слышим на Haunted, мы должны были услышать на новом альбоме Obituary, но по каким-то причинам не услышали. Хотя это лишь моя теория. Но перенесемся в море саунд образца 1994 года, где достаточно долго парни из бренда написали свою новую пластинку World Demise. Я недаром рассказал о Six Feet Under. Haunted и World Demise писались примерно в одно время в одной и той же студии и с одним и тем же продюсером Скоттом Бёрнсом. И в таком режиме писались еще несколько команд, но уже с более скудным бюджетом. И, соответственно, времени на запись у них было не так много, как у более именитых коллег. И тут я хочу сделать небольшое отступление от Obituary и поговорить о переломном моменте, как для флоридской студии, так и для одного из самых известных дэз-метал продюсеров, который уже понимал, что вот-вот может остаться за бортом. К середине 90-х Roadrunner начинает понимать, что, нахватав на пике роста популярности дэз-метал, причастных к стилю команд, они, с точки зрения коммерческого успеха, совершили роковой поступок. Попытки выжить по 100-150 тысяч проданных пластинок из тех команд оказались делом невозможным. И вкладывая деньги в продвижение дэз-метал, они просто выбрасывали их на ветер. Даже подписанный контракт с Death на выпуск одной пластинки был, скорее всего, попыткой схватить соломинку и с помощью у нее вылезти из флоридских болот. Коннор рассказывал, как устал от однообразия материала команд, игравших в стиле death metal и не хотевших, по его словам, прогрессировать. И когда он услышал Pantera и Machine Head, понял, куда надо направлять бюджеты Roadrunner. Следующим шагом было отправить за борт весь смертельный металлический балласт в лице Malevolent Creation, Pestilence, Suffocation, Gorgoth, Immolation и других. Более живучие, по мнению голландца, представители жанра, то есть Obituary и Deicide, все еще оставались на лейбле и, понятное дело, были дойными коровами, пока Roadrunner не соберет новую обойму более модных металлических команд. Соответственно, забивая последние гвозди в гроб стиля, Roadrunner перекрывал кислород и флоридской студии, и поток команд, желавших создать бестселлер под предводительством Скотта Бёрнса, таял на глазах. Стоит отметить, что по стопам голландцев пошли и другие лейблы, помахав рукой братьям Моррис. Например, такие гиганты, как Nuclear Blast и Metal Blade. Монти в последующих интервью, говоря о продюсере из Morris Sound, рассказывал, что Скотт никогда не был действительно крутым, а специализировался только на грязном сыром звуке и не мог уйти в сторону от этого. И все команды, попадавшие в его руки, начинали звучать одинаково. Хотя Коннор и признавался, что Бёрнс, по сути, закопил что приносили группы с собой в Morrisound, час записи в который стоил далеко не дешево, пытался за неделю сотворить чудо. И такие команды шли в первое время как по конвейеру. Скотт Бёрнс, с одной стороны именуемый и почитаемый многими как лучший дэз-метал продюсер, стал и жертвой этого ярлыка. Никто уже не видел в нем человека, способного записать что-то другое. А дэз-метала в стенах студии с каждым днем становилось все меньше и меньше. Даже та очередь из малоизвестных команд, которая, приходя к Бёрнсу, не знала, чего они на самом деле хотят, а ждала, что Скотт сам накрутит все как надо, куда-то стала исчезать. И уже к началу 1995 года Бёрнс понял, что его дни в индустрии сочтены, и отправился учиться на программиста. А вскоре сам помахал родной студии рукой, поняв, что стиль уже стремится в закат и тащит его за собой во тьму. Да, для Скотта Бёрнса наступил его собственный World Demise. Вот так, на рубеже этих событий в течение нескольких месяцев парни из Брэндона и писали новую пластинку. Несмотря на то, что мальчуганы утверждали, мол, они всегда звучали одинаково, на альбоме прослеживается и влияние набиравшего популярность грув-металла. Хотя тут все относительно. Кач всегда был фишкой Obituary. А также, вспоминая эксперименты Тревора, на World Demise есть даже легкий налет индустриальщины. Не могли не отразиться и туры с Agnostic Front. Как вспоминал Дон,
Дональд, хардкор-темы после тура не могли не найти свое отражение в творчестве команды. Так это или нет, решать слушать. Но при всем при этом, парни хотели создать максимально живой саунд, для чего частично отказались от триггерованных барабанов. Но опять же, не ушли в сырое и грязное звучание Slowly We Rot. Детвора из Брэндона в ту пору умело экспериментировать внутри жанра так, чтобы, купив пластинку, любой фанат не стал бы плеваться от изменившегося в угоду модных веяний стиля флагмана флоридского Death Metal. У альбома, конечно же, были свои недовольные, считающие, что группа начала заваливаться в сторону мейнстрима. И снижение темпа, и грув-метал элементы, которых было не так уж и много, об этом я говорил, тому свидетельство. Как я уже рассказывал выше, Roadrunner еще продолжает сотрудничать с Некрологом, хотя парни уже понимали, что лейбл имеет их, и они могли бы зарабатывать больше, если бы не подписанный по молодости контракт. Но проблемой это станет еще не скоро, а пока парняги довольствовались тем, что есть. И вот жарким июнем, в преддверии выхода сингла Don't Care, две из трех песен, с которого перекочует на новый альбом, а Killing Victims Found, увидят свет только в качестве бонуса при переиздании. Но в принципе, если бы и не увидела, ничего страшного. Обичури едет в турне. Итак, примкнув к корешам из Napalm Death и Sepultura, парняги колесят по Финляндии, Германии, Бельгии и Голландии. И не успев вернуться, отправляется в большой тур по США со все теми же Napalm Death и новыми кумирами Монти Коннора, Machine Head, которые время от времени появляются на афише и о которых в интервью парни отлично отзывались. Но вернемся к World Demise. Одним из главных нововведений на пластинке является ее идейность. Джон во многих интервью заявлял о концептуальности World Demise, поднимал проблемы загрязнения окружающей среды, хотя мне кажется, это была модная тема в середине 90-х, об отравлении водоемов, о необходимости сортировать мусор и бороться с предприятиями, отравляющими воздух в больших городах. Что же, дело полезное, тем более в рамках Death Metal, до парней из Брэндона этой темы никто не касался, и это могло сыграть в плюс и показаться маленьким глотком чистого воздуха, как бы двояко это ни звучало в жанре. Клип, который вышел вслед за четвертой пластинкой, только подчеркнул пропагандистский настрой парней, хотя больше напомнил клип какой-нибудь гранж-группы. Еще одной особенностью, говорящей о каких-то нововведениях, является и то, что парняги решили отказаться от именитых художников и занялись обложкой самостоятельно. Тот коллаж, что вы видите на World Demise, это работа Тревора Переса. Недаром он позже пойдет учиться на дизайнер. Обложка получилась подстать как материалу, так и современным трендам. Итак, 6 сентября, посередине американского тура, в продажу поступает World Demise. Альбом, многими считающийся золотой эпохой группы, не успевших передохнуть от концертов в США, парни из Obituary бросают в двухмесячное турне по Европе World Demise Year с поддержкой в лице индустриальщиков Pitch Shifter и сладж команды I Hate God. Концерты проходят с 4 октября по 26 ноября. И вернувшись из этого тура, группа опускается на дно музыкального шоу-бизнеса и отправляется в свой первый затяжной отпуск. Вот мы и приблизились к моменту, когда популярность Death Metal у рядовых слушателей пошла вниз и потянула за собой на дно все причастные к стилю команды. Но невозможно убить то, что уже мертво. И Obituary еще докажет, что флоридская школа жива и даже может еще чем-то удивить. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А пока ждете, прожмите кнопочки, и скоро будет новая порция отборной мертвечины.